Да, я сам Убьет? делаю, но Окей. мне это ловкость, да. Мы не убьем его больше. Ему на третьей фазе понерфили урон или нет? Ну, вместо 30 на 10% везде. Теперь не 7 тысяч будет, а 6 тысяч бить. Ну, сейчас 6900 будет бить. А, так, кто у нас поможет? Сексия. Давай там в кое-какого-нибудь танка. Хрипат, ты в кое-какого-нибудь танка. Стоматолог, то же самое. Стоматолог всегда ловишь справа от рейда. А секси всегда за рейдом. Давай я хрипаты всегда слева от рейда. Ну, ладно. На кого бдительность закинуть, кто агро будет рвать? Это... Еще раз. На Зоркова кидает, он вечно отдыхает. Не, я во фрости. Так, сладкое. Красноязычие на... У вас красноязычие как-нибудь на ДПС влияет? Вы там чем-нибудь меняете? Нет, или это типа просто он ничего не перебивает? Это нет, перебивает. Проклятие рока, а не вешу дестрики. Хорошо, вот тогда кто у нас там не дамажит из оков? Будет. На первом боссе... Тенк. Поставь рыбку, Антон. Тенка, Тенка тогда в таргет, в который... Давай, Тенка, ты всегда на черной. Да, босс, он может раскидывать. Естественно. А, он это моментально кидается. Да. Может, держать на двух. Тогда Тенка, держи на двух этих проклятия этого красноязычия сюда. Интересно, окей. А что, медленнее будет кастовать или что? Да. Веселая задача, ну ладно. ДПС и так не буду. Один. Да ты, ну, баф даешь и хорошо. Его вот даже на лича кидают. Не, я-то знаю, что его всегда кидают. Чтобы зиму дольше вставал. Не, не зиму, расквернение. Без разницы. Давайте потом. Напуливать надо или можно сразу стоять бить? Ну, имеется в виду, что в твой таргет напуливать. Или Войда на поле? Я свой Войда на поле. Я свою заберу. А, Секси, возьми цвет. Все готовы? Чтобы... Кого на пол? Давай, ты в меня, я хочу подамажить. Секунду. Так, вы разобрались, да? Хрипаты всегда слева, три, да... Стоматолог справа, секси сзади, все. Хорошо. Все, погоди. Найвер. Хочешь анонсить? Могу. Давай. Ну я ж не буду менять эти, я ж танчу. Что? Войд, что ты готовишь обратно? О, сейчас, бля, тихо. Сейчас найду его. Скажешь там, когда будет 2 секунды? Еще готов. 3. Какой 3 же? Там, блядь. Да, 2. Ты хочешь менять на ботинках? Все. 5, 4, 3, 2, 1. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Продолжаем бить. Бьем. Геру дарить. Зачем? Просто дамажим. Ну, мы ж никуда не бегаем. Пусть Гера будет на дамаг. Смотри, как долго кастует.
Я свой дар у никого не срываю. Мне по 30 тысяч скритует. Под проком. Ты им. На танке, пожалуйста, готов. Т4 отдал. В тычке по 70 калича, добрый блин. Я уже. Парель так больно идет. Все, давайте перейдем. Ничего нету тут в центре. Да. Ёб, как лагает. Что-то с маной сделайте, там порошка идет мана. Долгим. Вот на него закинь. Эйлер, ты там сни глим на ману. Продолжаем бить. Так. А, да. А чё я умер? Рак. Так я с белой вижу мертвого. И каста сделайте. Тебя пропустили сферу. Тебя сфера убила, просто на тебя касание было. Долго не меняли, замечал. Да? Все правильно стоим? Нормально стоим, да, ничего не меняем. Кидай стеги, блин. Продолжаем бить. Реально медленнее с, с проклятием. В этом смысле проклятие? Ну сейчас она вообще прокнула, считай, это один раз всего свечно здесь. Где прига? А, не читайте. Ага. Нет, в следующем ряду запястье упали. Так, на меня никто не придумал, ладно. Штаны лабутеновы. А что по ДПС есть? Лин, который у меня заслуживал. Дриж 20 косарей. Нейвер 19. Хуёво. Топит. А там бисовые ножки упали. То Редриков-то нету. А это хрипатов. Че с новым делать? Войд пойдет камни перестроить или что? Ну, сейчас посмотрим, сейчас что там у Войда. А че у Войда просто по цифрам? Давайте от этого толкнемся, что нам разбирать. Да, да, конечно, нету конечно. Никаких цифр, да. Блять, камней-то нету. А какие тебе камни нужны? Там этот показатель блокирования и рейтинг блокирования, который желтый. У тебя шмот есть вообще сам блоковский? Ну, сейчас я посмотрю, сколько там шмота. Там дохуя шмота. Триньки нету только. Просто я не помню, там какой-то диминишинг на блок, на рейтинг блока есть. Сколько его надо, я не знаю. Тебе надо 5300. Ну, 5100 хотя бы, но лучше 5300. Показатель блокирования, чтобы тычка снижалась. Ну, показатель это одно, надо же еще, чтобы процентаж был 102%. Ну, хотя бы больше 100 тебе надо, да. Я запустил пока. Давайте это 4 трофея авангарда есть.
плюсики, кому надо что-то. Ну, только не на 50 голд, кому-нибудь там офспек одеть, какой-нибудь еще чушь. Ну, я бы могу. Вот давайте бота запустим. Замутим его тихо, кто-нибудь поставим, а? Как продолжение? Припад, жми лед. Тихонько-тихонько включим, давай. Кто лед нажмет, у вас садовник. Ну, ты можешь какой-нибудь там миксфайт включить? Да я не миксфайт, я вот минимум включу, он нормально будет на этом, на фоне. Да не, мне сильно кажется, не соберется, надо еще выбивать, блядь, шмот. Призывайте, Бьор. Да, давайте, начисляю. Подожди, что ты начисляешь? Подбирать, вернуть. Типа, что время тратить? Давайте не растягивать на 6 лет. Натуре, найдем у танков на второй рейд. Ничего страшного. Это с какого инста там падает поезд с блоком с РБК? Кто знает? Ну, в аду не смотреть. Есть из бастионов, есть ниже топит. Выбирай. Сейчас позырю. Не, не снижи топис, а в зилище. Но... Бастион. С бастионов с ласта и в узилище тоже с ласта. Зыбун? А, вот вижу. Зыбуна хороший. Чё, Диален тоже играл, да? Ну нам 6 хилов не надо, нам 5 хилов достаточно, я думаю, будет другого случая. Понятно, потому что спека сейчас никому не нужно. Кого-то надо менять. А, вы, блин. Чё? Чё у тебя там с ретриком? Заебись. Давай в ретрика. Мало ли тебе снова... А, у тебя ж миллион персонажей. Что да... второй рейд, кем пойдешь? Не, у меня уже это, с пугами есть рейд, так что я КД вешать не буду. Воскресенье, с кем пойдешь? Кем пойдешь? Ну, то надо будет, ну я не знаю, там в субботу собираются пуги идти, я не знаю, кем с ними пойду. Ну, сейчас 4 персонажа. Ладно, ладно, короче, оставайся на поводине. Ну, ВВК-то у меня только 3 нормальных. О. Ну, ШПшник тоже, в принципе, подходит. Идеально, стой. Бери, бери. Не спрашивай, зачем, просто бери. Давайте. Дайте рыбу, рыбу дайте, либо. Да, у тебя лучше, чем у Оптикса хапал. У Оптикса хороший хапал. Войд. У тебя лучше, чем у Оптикса хапал. Слушай, ну хуй знает, сейчас я... Ну, суманите сейчас, я посмотрю. Просто он-то спрыгай. Я героической. А, героической? Ну да. Все утонул на прошлом КД. Угу. Может, его лучше в ретрика, а тебя похилить? Сейчас суманите. Хорошо, вроде что? Хилишь. А, на 3 минуты точно есть. Да, давайте перекур. Так а кого это лучше? У Оптикса вообще мейн, по-моему. Оптикс, покажи этого. А, ну вон Вайду хапало. Ну, Вайда хороший ретрик. Оставайтесь как есть, да ну его к черту. Нет, выбросило. Сейчас захожу. Так. А, блин. Мы играем сейчас не на косарь ролом, мы играем на место ролом. Кто ниже всех, тот выходит. И заходит Бьорн. Кидаем ролл все. Так, Dead Beach. Dead Beach. Кто меньше 9 лет? Кидайте, 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 кидайте. А знаешь, я с 15. Так и нахера его выкидывать, если он... ДПС, о, флешлайт 9. Нужно выкинуть того, кто меньше ДПС дает. Ну вообще смотрели сюда тут... по приору, типа, блядь. Это если мы сейчас убьем, всем нужна проходка. Мне не нужен, мне не шмотки нужны, мне проходка нужна лично. Всем нужна проходка, естественно. Всем пофигу на этот шмот.
В смысле, пофигу на шмот. Тогда мне отдавайте, если не нужен шмот. Тебе косарь дали, все, хватит тебе. У тебя под косарь. Флешки ул 9, дедбички ул 9. ЧП, ты хочешь что? Какой тебя на замену? Нет, этот бич. В линейку играть пошел, наверное, уже. Все ролл кинули вообще? Что-то мало второго было. Так у нас же есть слот. У нас этот бич, потому что ливнул. Ну все, зачем ролл кинул? А сколько он кинул? 9 кинул. Так флэш 9 тоже кинул. Ну там реролл нужен быть. Да там еще не все паролили, кто-то там это за. Я 44 вот кинул, блядь. Не пизди, ты кинул 2. Не, а ну и вам понятно. Идеальный 44 кинул, и Альмерия 44 кинул. Потому что пить. Стоматолог не кинул. А давайте это. Еще пару минут до ФКшки. Там порошочек как раз его все, но еще нету. Вот этот трек надо убивать. Какое? Сейчас дедбич зайдет. Который в боте. Может в топе? Реролл нужен. Дедбич, флэш. Да пусть я паролик-то не ролил вообще. Да, да, пусть ролик-то не ролит, там еще и шанс, что, блядь, кто-то выбросит меньше 9. Надо вычислять. Ну, 5 хилов отпадает, шпшка отпадает, потому что контроль хант отпадает. Потому что на пол все остальные. Ну, вообще ничего не контроля там танк держит. А Бьерн что-то добрал или нет? Так у нас стоп, у нас же на пол от одного невера хватает, правильно? Тебе на пол нужен на да? Last Fight. Так зачем нам тогда рога? Не, ну нам рога не нужен. Пуля в адмиризоне, по сути. Рога, поэтому уже, поэтому это... рога попадает в такой же этот список, как все. Так рога ролил, блядь, если почему. А что по ДПСу? Давайте ну, нарвем. Да, он ролил. Не, ну, давай нам... возьмем те же самые вальки или там какой-нибудь Джаров и посмотрим просто ДПС и все. Убивать нужно босса, а не, блядь, а не кикать, да. Там всех вот топ ДПС. Объективно кексик меньше даст, чем дедбич. Да, конечно. Ну и он тут, не, ну, получается, не особо-то нужен сейчас на нубе. Учитывая то, что у нас невр есть. Ты что, на жрак все? Просто тут как бы вопрос в том, что, типа, ну, кекс даже сейчас получит проходку, но не факт, что он там что-то закрывать будет. Но он недоодет, он даже на ИВК не особо одет. Ну, типа, если быть реально объективными. Бэтэк все равно... Нет, я... Блядь... Блядь, ну руки тогда, ёбаный тогда это не по-честному, типа. Ну, всё, ты знаешь, блядь, ну, сначала ч- одно, блядь, потом второе, типа. Ну, мы просто можем нихуя не закрыть, и, блядь, ну, так же ебаться. Ну, тут не в ДПСе дело, блядь, что ты... Что там, опустим, один даст 9, второй даст 10, блядь, это нихуя вообще разницы не повлияет, блядь, вообще никакой. Этим согласен, это не тот босс. Тут прохил нужно минимум. Тут у нас проблема была, что мы в Геру ебашили целую Геру. Мы целую Геру били, блядь, 1% сняли. Вот в чем проблема. А причем тут кто-то даст 9, кто-то даст 10, блядь, это разница небольшая, блядь. Это нахиливали, да. Вопрос на засыпку. Есть у кого-то аддон, который метки ставит на последней фазе? Ну или вообще ставит? Вот эти треугольники, квадраты. ДБМ это делает. Да, ДБМ делает. Он ставит? Ну, да. Да. Я даже реогнусь среди этого. А какой, который ставит. От Алекса тоже ставит? Или какой-то другой уже качали? А черт его знает, какой у меня стоит. Какой-то стоит. Вот у меня какой-то от Алекса стоит, я не помню, что он ставил. Дать рыбу.
Ну, не оставь от Невера, Невер тоже свой ДБМ тут написал вчера. Да. Он только для скиллов на поле паладина. Ну, он для хилов самое важное там. Не, там именно конкретно для паладинов, у кого ник там в корне имеет пау. Если нет в корне пау, значит не работает этот ДБМ. Он секретный. Вместе с Синкаем писали его, сидели, когда Сирус придумывали. Потом ЧП позвали, сказали, побудешь немножко хартом на X2? Поэрели в шалтгардах. Чисто так, кадон потестить. А, так точно, ЧП что этот. Харт, да? Харт? Бля, я забыл. Че думаешь, он так хорошо играет, бля? И ГП получает. Ну, потому что на зоне нечем больше заняться, бля. Ну да. Утром бабкам звонит эти три цифры сзади карточки, спрашивает, а вечером играет ли. А чё ты Дэдпич вышел, ты же больше кинул. Дэдпичик-то куда пошел, конечно. Иди обратно. Я согласен с аргументацией, но крепость тебе менять. А сколько это? А что, аргументация, чья моя? А сколько он дает? No. ДПС? А на самом деле есть какой-то? Форик в любом случае полезней. Ну типа, ну на самом деле, ну мы как бы на второй раз типа уже будем там типа брать там условно людей, которые не попали, и прилететь и взять. Вот я так и говорю, что типа вот сейчас закрываем, а на следующем типа КД, вот грубо говоря, кто не попал, их менять на тех, кто попал. Ну да, да, кто да, проходку конечно сделал. Конечно. Остальные типа пойдут во вторую, типа 25-ку, там, чтобы баланс был. 25. Только кексу там тоже нужно будет начислить, типа далеко не уходи. Да. Эй, мы начислили, я запомнил. Все равно скриншот есть. Можно орков к силовикам? У нас еще один орк появился. Что там, кого у нас не хватает? Давайте же перекинемся. А кто у нас не хватает? Подожди, а что у нас одного слота? Кексик ушел, а это пришел. Дэдбич куда ушел? Ебаный. В линейке дракона убивает прыжком. Бля, дедушка, бля, бич, вернись. Все, ты, бля, слот. Что, у вас какие-то макросы или ДБМы есть, чтобы стан давать на вам вовремя? Ну, Бьерн вроде что там высчитал. 20 секунд, как моб выходит, 20 секунд до теневого. А там на каждой фазе по-разному. А это ну, на каждой закопке. На всех фазах. Нет, там тайминг одинаковый. Именно когда появились эти жуки из стены, тогда 20 секунд отсчитываешь, и тогда теневой бьет. Там 30, да. Таймер. Давайте, под этот трек надо убивать. Где надо бить? Что там за трек? Я в релок иду пока. Бабанка забыла. Ну, Шуков, у нас их есть косноязычие вещь. Там типа смотреть по этому. По таберу Берсе, либо макрос давать на отсчет. Два варианта. А что, фласки перепили, что ли, чего вышли? Я перепил. Еще 8 минут висит. Ну, сейчас я... А что мы сидим пердим? У меня еще на вальках закончились фласки. У меня еще на охоте просто закончилось. А у меня нет.
У кого там чайник свистит? Будок у тебя не закончится, потому что, блядь, их не было никогда. Походите, короче. Чего, блядь? Чё, заходите, полетели, пипиться. Зворки пошёл, да? Просто чё, блядь? Это агрессия, блядь, иностранного государства, блядь. А чё, вы рыбку затыкали, да? Давайте ещё одну рыбку ставлю. Прибавчик. Фу, даём. Вон, Дэдбиш зашёл. А получится да, там да. Орков? Чё, издеваетесь, что ли? Ё-моё. Можно тогда стоматолога, Дэдбича и трёх ретриков в одну пати. Будет максимальный профит. Кексит. Сорян. Второй раз тебя кикаю. Зорки, Роги, без 4-4 не дамажит? Ну смотри, я дамажил на магике 9... Если ему в рейд, я ему портал поставил. Там за одну закупку заносит. Дэдбич, тут повару баф дайте. Возьми кексика в этот. Пати, я ему пор поставил. Вот, слышишь, ну, мне на Роги 4 кусок дал 2 ДПС. Жжет. Дом, ты делаешь перекидывание пати? В смысле, Бьорна отдельно? Не, закинь, короче, этот самый Бьорна обратно вместо стоматолога, Дэдбича и трех ретриков в одну пати, чтобы максимально было все красиво. У нас и так, ну, стоматолог. Ну, у просто... нас в первой пати. Ну, короче, силовиков надо к Бьорну закинуть. Вместо ЧП и Невера, короче. У нас больше нет ретриков, только ЧП. Ой, только Невер. Ну, сейчас больше второй, силовиков нету. Второй этого нету, аури на крит урон. Дэдбича туда закинь. ЧП это самое, уже... Секси человек. А, ну давай я сексиком поменяюсь просто. Так а ту сила тоже нужна. Да. Так ты сила, а там... Дэдбича поменять, тебя надо было поменять на Невера. Ой-ой, фу, блядь. Ой, короче, я запутался. Невер... Боже мой, чё вы делаете? Все правильно у нас сейчас. У нас в каждом пати есть крит, и в каждом пати, в первых двух пати есть орк. А, ребаф, дайте. Невер заходит или что? Я не знаю, где Невер. Силы на третьей фазе. Не бойтесь, что рейд, прохиливайте только метки. Обычно. Объясняю, для хилов как работает третья фаза рой. С каждым уменьшением хп, то есть, допустим, у вас 10 тысяч хп, 30% в секунду снижается. Я тут сори. Да, 3 тысячи урона. Давай, заходи быстрее. Вот. Да, по-моему, да, 3 тысячи. Потом с каждым хп у вас все меньше, но будет сниматься. Поэтому не бойтесь уронить себя. Только хитите тех, кто на ком метки будут. Самое главное, метки. У человека потом будет 10... 10% хп, ну то есть вообще 10 единиц хп, там его все равно не убьет. Имейте в виду. Его убьет. Минимальный убьет урон 250. Только метки. Минимальный урон 250 жуков. Жуки убивают. Сейчас. Не убьет, убьет. Убьет. А сколько вот эта ледяная метка бьет? 1006? Да хера она бьет. 8-6. Больше 8 она бьет. Посмотри, Саш, минимальный урон 250. Значит, ну вижу. Это так, все тут бьет. Давайте, ну, чек. По местам встали, а хрипат из тебя будет крип под Бьорна. Бегаем, не тупим. Первый боб будет от порошочка, потом будет от флеша, дальше оптикс, потом секси, потом войд. Давайте сразу убиваем. Саш, ты там настроил себе таймер? Я обещаю, что сделаю. Приехал. Ты скажешь. Надеюсь. Ладно, хорошо, давайте запускаем. Фласки перепейте, кого надо. 5, у меня 2 минуты. 4, 3, 2. Один. Это место станет важным. Припадки. Ну, так, Александр.
Вары, обновляйте ставки. Нужен стан. Я встаю на август. Ну пора фиксить эту штуку, мы не убиваем аноба только из-за кастов. Я озвучил, мне нужен стан. А можно вопрос? Стан Дестрика, он сработает? Да. Может быть, Дестриком держать просто этот стан на цели? На кучке на этой? Какой стан он в PvP только? Его не берут в PvE, зачем? Смысл? Ну, вот здесь взять. Да, здесь не советую. А мы так двух станов должны хватать. Ретрик. Просто он сразу всех получается. Зачем тебе здесь ШФ, когда есть ретрики и паладины, вообще холики и так далее? Ну типа ретрики есть, так, а ты бежал, дал масса, а потом пошел. Они в Йорне стоят всегда, да и все. Бежим с ШП, я про локов. Он сказал шефе, а не шефе. ЧП отошел на 5 мин, пишет. У меня вообще игра зависла, но... Сука! Давайте просто до все перекур устроимся, сделайте все свои дела, которые вам необходимо сделать, и приходите. В 21:42 уже здесь будьте. Сидите уже, сидите, пройдите в монитор, то есть если даже там кого-то не хватает, не будет, то не уходите никуда. Тут уже у нас все вышли, да? Давайте проверим, кто ушел. Если здесь что жать? Что-нибудь нажми, лишь бы не АФК. Ну говорили же до 42 минут, поэтому никого нет. Вот, Гасним, Дрейнер, Зоркий, Спалин, Мандал, Оптик Софнутый, Флэш тоже. Ладно.
Что-то какая-то фигня. Согласен. Ну, блядь. Зато давайте Ануба закроем. Зоркий, ты тут? Зоркий. Ну. Пойдем, а что, уходите в Ростов на следующий день? Да, не, я сегодня не пойду. Мы уходите отдельный день, просто приходите на Ануба на там час, полтора, два, три, а, сидеть. Если... И час, ну, за 30 минут закрыть, типа, первых четырех боссов. И уходить, типа, кого он? На Ануба никто не приходит, да. Вчера никто не пришел на Ануба. Ну, так никак никто. Вот и все, и сидим здесь. Ну, ты не заметил, сколько народу пришло, когда выпустили ее? Да, кто-то, да, пиздец, блядь. Будет пускать ее. Сразу все набежали, сразу всем надо, блядь. Да, Рокси даже появился. Ну, что-то, блядь, в среду, нахуй, никого вообще не было, блядь. В смысле, я был? Да я... Дрища не было. Не принимай. Я был. Не было дрища, все помнят, на. Да, не было дрища, как кажет. 10 человек не хватало, я помню. Зорки пришел. А? Откуда я помню? Сладко, это что Зорки? Мы с Зорки в башенке играли. Я был. Где ты был? Где ты был? Что там врешь? Не, просто надо, типа, когда рейд не собирается, давать, типа, ЕП побольше. Да, да. Не сотку, не 100, 200, 300. Если давать там, блядь, косаря полтора, тогда, блядь, секунд приходит. А сколько, Саша, там? Ну, там 3, сутки 2, 300, может, такое. В смысле, 5 надо? 300 дал. Да не, надо косаря полтора. Ты же сам сказал 300 давать. 300, да. Что 300, типа, это мотивирует людей приходить. Ты прям сказал 300, он дал 300. Исполин. Я еще подъебывал с тракториста потом. Все, все готово. Давайте, припейте вас. Давайте. Дон, дай ассиста на Войда Макрос потащу. Дайте рыбку. Я сейчас таймер буду запускать. Ты какой? Ты на сколько секунд будешь запускать, наверное? С нуля я буду запускать. Кто у нас на подсейве из ретриков? Сексик или флеш или Войд? Нет, там порошочек. Хорошо. Мне вообще вот, я, бля, в хиллбосс всеми глазами смотрю. А давайте этот, просто флеш отрываешь? У меня так просто косоглазие развится и пиздец. Не-не-не, не надо, не надо. Просто вот ретрик, давай, кто там, секс-трой, ты будет, будешь тестом. Один на вас, другой на Кавказ. Будешь подбегать и давай... А, у нас Войд есть. Войд, ты будешь подбегать и сдавать моста, когда тебе будут флеш. Я тебе буду говорить за 5 секунд, чтобы ты начинал идти. Да, блин, сделайте как раньше. Первая фаза хэпал стоит. Да, давай, давайте ДБМ ставлю. Все, разобрались. У нас есть Войд. Войд будет подбегать. Две, скажите. Остальные дамажим. Пять, четыре, три, две. Два, один. Спасибо. Раскол у нас так его. Рокси, два стака, кинь еще. Я бы Башу сейчас кину. Что, буш. Нужен будет стан, подождите быстрее. Я не разосел, скажу, когда я стану. Давай. Там нужен. Быстрее. Пять, четыре, три, 2, 1. Что за дамажили? Сразу не свечите, свечите мертвый череп. Идеальный. Прилетели, идеальный. Проптикс. Дал стан. Второй стан. Ну, я хорошо.
хорошо взяли. Славка, догоняй давай, когда говоришь. Годлик, в стенку убегай. В стенку прям убегай вперед. Чей боб? Я дам боб. Оптик сам по себе давал. Блять. Дупом можно дать. Ладно. Потом поставим. План это скипать эту лужу. Вернулись все на начало. Бля, сейчас в лужу зайдет Эйнер не туда. Можешь увезти? Нормально, нормально, уйдет. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Хорош, хорош. Нормально. Добейте мелких жуков, сведите их. Слишком много урона, сладко не танкуй больше. Там еще вот идет. Бля, что за хуйня? Че ты ДБМ, блядь? Это мой. Сладко, да? Стан дай. Второй стан быстрее. Там один мазан. Боря, это ты ставишь время до стана или до каста? Щипы. Дай БР просто. Да я нормально, тайминг еще у меня устроил. Сладкую пробафайте. Прибав дайте. Прошу еще готовься стан давайте. Давай стан. Стан нужен. Не надо стан, я уже говорю уже. У вас неправильный тайминг, алло, блядь. Те вы их надыбыли, я не... Переводите. Сейчас закопается, все, трэш сыграли. Вот, сейчас стан. Стан будет, надо будет, даю стан. Второй стан нужен. А ты грибни возле печеньки морозную сферу. Вот ко мне. Здесь она не дотикает. Будет этот боб. Будет, будет. Вот, 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 хрипатый. Я возле моба стою. Пойду. Бля, не на мне, не на мне, на ком. На ЧП. Дал фрит. Бля, на ЧП. Ну тут там уже старайтесь ее, блин, вот где я танчу, не да. Разбивать его уже. У меня нет, дайте дрищу боб кто-нибудь. По мальбам сыграйте, по мне какой-то 6 тысяч уже бьет. А, уже не дрищу. На Зоркова надо. По мне 16 бьют вообще. Ну не получается. Бейте мы боб. Чего вы гуляете просто? Выкопал. Слышал. Боссы сыграли, переводим 7%. Мобов слили. Так, все, что мобов надо, весь мобов. Наверное, сейчас готовимся с таймерами, главное просто не накосячить. Ласки готовьтесь перепивать. Моб замедленный. Сапроты пить? Ничего страшного. Да. Да, пейте сапроты. Да, уже пейте. 2%. Донт, я с тобой отдам, мать. Стан нужен. Нужен стан. Быстрее, быстрее, быстрее. Блять, вот выруби нахуй свою это самое, ну, херню эту. Она реально мешает, там тайминги не те. Я просто у него права забрал. Я сбил стан, дал стан, подкаст, и как раз потом твое еще озвучу, там, 3, там, 2, 1, когда уже сбитый стан. Когда уже поздно. Да. Сейчас саппорта хотя бы себе перебери, почти. Да? Уже лучше, блядь. Да ну, непонятно, еще лучше или не лучше, мы сдохли сразу. Меня вообще не вырывайте, вот это вот стан, я, блядь, пока среагирую, но с этого хилбота. Это другое уже должен заниматься, но второй фазер это делает. На первый холик. Я и на первый не буду этим заниматься, почему я должен этим заниматься? Как на всех фазах этим занимается Войд. Три ретрика, блядь. И почему-то я должен на первое... А чё тебе тяжело стоять в бёрне и нажать потом одну кнопку? Я тебе сейчас дам хапава, будешь хилить, блядь.
Что ты такое, нахуй, блядь, это самое, нахуй, борзый стал, а, брошочек, блядь? Ты не прихуел случайно, нет, блядь? А? Началось, он не понял, успокойся. А с чего это я прихуел? Иди нахуй делать, что тебе говорят, блядь, нахуй, либо съебись нахуй отсюда, понял, блядь? Саш, что ты делаешь? Ты как бы... Ебало, блядь, нахуй. Ты берешь себе тела, которые, блядь, должен вместо того, чтобы хилить, давать стан. Блядь, сука, нахуй, нормально, все. 3 милика. Блядь, я сейчас дам тебе адекватное объяснение. На первой фазе, на предыдущих трайках, когда мы были, порошочек сбивал косты, нормально все было. Вот. Все четко было. Сейчас, блядь, я на фазе номер 2 делал этот ретрик. В чем проблема, блядь, одну кнопку ставить, тыкать. Но. Почему тогда не возмущался сейчас? О, потому что он хилит частицей. Что он на первой фазе хилит, скажи? Ну, потому что он хилит. Блядь, что там хилит? Вообще ничего. Ну, там нехуй хилит на первой фазе, поэтому, блядь, я его поставил. А ДПС важнее, нахуй, чтобы Претрик не отвлекался. Это логично. Ты, блядь, розовые, нахуй, тихо палы, блядь, нахуй. Конченая просто, чтоб, блядь, карнет, что нахуй прошел, блядь, иди нахуй нахуй. В чем проблема сейчас у него была? Ну, блядь, да, он заагрился, но ты его да просто хуесосил. Да, ну это не сложно, тебе даже озвучивают, когда просто ну, типа... кнопочку нажать и стоять в этой луже, но это реально не сложно. Это, я не понимаю, почему мы пытаемся изобрести велосипед, нет, я просто не понимаю, почему мы пытаемся изобрести велосипед, если все убивают так, а мы хотим, блядь, выебнуться и убить по-другому. Охуя. В смысле, какой велосипед? Все убивают через ретрика, все сейвятся ретриком, только ретриком. Типа, нахуй эти хила отвлекать от этого дела? И ДПС мало, и ДПС больше. Ну, блядь, не, мы делали это на предыдущих тех днях. В чем сейчас эта проблема? Что сейчас изменилось? Давайте, ребятки, вот мы сидим, у меня 2 часа ночи. Добирайте тело с замены и давайте траить. Станете, траете. Потому что это бесполезно, чем мы сейчас сидим, пиздим, хуйней занимаемся. Да, у меня 10, я тоже спать хочу. У меня дети. Какие дети? Они спят уже. Берите ретрика с замены или кого там. Сейчас я за хила возьму кого-нибудь. Dead Beach, тебе же вообще грех жаловаться. Пойду за мороженкой. Давай, Шоу, заходи на ардру. Ставьте же как-то. Общий, пока мы не нахэпали, пока я не наберу хэпала, либо я сам буду хэпать. Неженка, блядь. У меня еще хэпал есть. Могу спекнуться. Похилить сейчас. Не знаю, сколько там Шоу выдамажит. Что, спекаться в хапала, нет? Не, пока не надо. Хотя, подожди, давай лучше ДПС. Два хапала получше будет. Угу. Для меня. Сейчас, может, возьмите кого-нибудь. Абула, ты тут? Абула. Замена дохуя было, человек 10. Что старое мороженое брать? Не, это самое. Нормально все. Качать больше не буду, просто, блядь, бомбанул, нахуй. Извините. Дайте Абуль. Угу. Слишком много нервов. За тебя все. Простите. Угу, мужик срать, блядь, пиздец. За что, блядь? На коленях проси. Встал. Я не вижу. А был он замене или нет? Да он вроде во второй там рейд что-то про это говорили. Так, ой, давай ты на хапале будешь. В чем придумаю? А будет справиться? О, кексик, точно. Давайте смоньте кексика. Хорошо, хоть не собрали этому, блядь. Была ёба, нахуй, он нет, блядь. Ну, что, мы не собрали ему, блядь? Нет, хочу, слава богу, больше хоть не собрали. Так, все, давайте флорибаф, ребят. Надо собирать. Так, опти, тогда стоишь возле меня, тогда станы даешь. Дальше, на
фазе номер 3 флешинг, ты отвечаешь за, ну, за ассисты на те самые наставные. Все. Хорошо, Бьерн учтит, КД 30 секунд. Наставник. Я в курсе, там нормально все, там успевается. То есть, ну, пытаемся. Подожди, пока не готов сейчас. Я давайте, респекайтесь там. Так, ставлю рыбу. После этого самого, после ВК, десятка ВК, кто хочет успеть. Так, я не бухаю, это минералка, если что. Включи на пол. Мало немножко тупил. Не, минская минералка, соленая, вкусная, кстати. Охуенная минералка. У меня желудок просто болит. У нас нет такой. А у нас Смоленский продается, Минск. Так, каску, давайте, Павла, бафайте. Кто что там что бафает? Каску поварам, пожалуйста. Сейчас я перенастрою. Блять, тут у всех каски что-то полипало. Как это менять, блять? Так, если мы закроем... Автоназначение нажмем, сам нажмем. Так, ребята, если мы закроем ВК сегодня, в воскресенье будет второй рейд. Пробуем собрать, когда получить босса. Это что, это получается кто-то каски по пристам дает, а я по друидам, что ли, что это за хуйня? Так, давайте сейчас вас всех назначу. Вот, бафы всем каски, оптикс, MP5, флеш, кулаки. Это все понятно, это охуенно звучит, просто когда открываешь Пали Павер, там залупа какая-то. Вот, допустим, этот, шовел, убери каску. Блин, просто это самое, просто настой, чтобы ты каски бафал, да и все. Так не ассист, меняется ассист, без ассиста. Ассиста. Ну, дай я, пожалуйста, ассиста выйду. У них там в пауэре галочку должны поставить, чтобы менять можно было. Ну, либо, да, там галочки точно ставишь. Просто у них там каски стоят, вот, допустим, у этого Рунбизера на Варе, на Року каску он кидает. Сейчас я уберу. С шифтом просто нажми и выбери каску. По поводу хапала, кстати, девчонку взял с зла. Она хорошо играет хапала. Я сейчас попробовал Матюшу. С нами рейдила. Кидала нахуй три слова. Не, какая еда? Червь. Армире. Армита или как там? Армирия? Армения? Армения? Армения, хуй имени, блядь. Амрита, во, подписано. Червь.